возможность потери Путиным власти в этой ситуации. Сценарий, как это может произойти теперь? Константин, у меня есть сценарий, и даже там с потенциальными вовлечениями разных тех или иных людей. Но я сейчас не хочу это преждевременно, но общий сценарий, трещина начала расширяться и будет расширяться. И люди начинают пересматривать отношение к Путину, прежде всего чиновники. К концу года проблемы будут нарастать, проблемы финансирования на войну. Будет преподнесено как огромная победа Путина, там, соединение русских земель, там, восстановление там, и так далее. Путин скажет, я иду на новый срок. Для того, чтобы он объявил, ему нужно создать платформу. Эта победа нужна. А если к этому времени будет разрушен коридор между Крымом и Донбассом, то ничего за полтора года войны и десятки тысяч убитых Путин не принес. И для Путина это уже серьезная проблема, серьезный вызов, челлендж, значит, да?